Радио на фестивале «Платформа». За твоей спиной раздался тихий шелест крыл, и отчего в январский серый выходной прилив желаний, мыслей и сил. Ты третьи сутки сам не свой, слегка не дружишь с головой, но что б ни сделал, получается на раз. Снегами пленена страна, а в дом к тебе пришла весна. Ее улыбка, взгляд, ее влюбленный глаз. В ночи звучит ее прекрасный голос, ах, как воздух ей необходим. На свой немой вопрос прочтешь в ее глазах, что больше в мире не один. Ты больше в мире не один. Бурлит в крови адреналин и ощущение, что всего уже достиг, что невозможное ты смог, что ты могуществен, как Бог. А боги живы лишь, покуда верят в них. Живы лишь, покуда верят в них. А боги живы лишь, покуда верят в них. Пара-па-па-ба, пара-па-па-парам-парабарам. Пара-па-па-ба, пара-па-па-па-парауа-па-парауа-па-парабарам. Возвращусь немножко к школьной тематике. Кроме того, что я преподаю математику, я и руковожу театральной студией. И у нас в работе идет мюзикл по мотивам Джани Родари «Чиполлино». Я спою песенку, одну, наверное, из этого мюзикла, «Ария сознательного овоща». Если помните, там сюжет есть с домиком дядюшки тыквы, там построили, его захотели, значит, рейдерски захватить, современным языком говоря, и домик, значит, переместили. Такое недвижимая движимость получилась. И нашелся, ну, на этом Джани Родари заканчивается, и у нас нашелся такой персонаж, условно называемый Хурма, который, кому надо, сообщил, в каком направлении материальные ценности были перемещены. Итак, песня сознательного овоща. Если я не рассказываю про мюзикл, я говорю «Песня сознательного гражданина». Овощи танцуют. Нет, я не кочегар, не плотник, не шахтер, не развожу курей, не подметаю ранним утром двор. Я не лечу других, покладая рук, мое призвание, милый друг, чуть слышный стук. Он в шуме будни труда, в их неразличим. Он появляется по множеству причин. Он прозвучит без молотка и топора. Он появляется от росчерка пера. Пусть даже в детстве ты был пряток знатоком, и словно лис хитер, и с местностью до камушка знаком. Но будет надо, и найдут тебя, мой друг, и прыгнет изнутри испуг, услышав стук. Он в шуме
по множеству причин. Он прозвучит без молотка и топора. Он появляется от росчерка пера. Поверь, я не один. Нам имя легион, и нет укромных мест. Мы все равно глядим со всех сторон. Быть может, ты решишь, стук — это только сон. Но все отчетливее он и в унисон. Он в шуме будней трудовых неразличим. Он появляется по множеству причин. И мы стучим, он прозвучит без молотка и топора. Он появляется, он появляется. Он появляется на кончике пера. Ага, да, тренируется на кошках. Хорошо. Спасибо, я тебя тоже люблю. Итак, на контрасте лирическая композиция, которая называется «Через тысячу дней». Белый танец, дамы приглашают кавалеров, если захотят. Через тысячу слов я тебе расскажу, как дорога трудна. Через тысячу слов я тебе расскажу, как сверкает под солнцем волна, как тропинка петляет в горах и теряется где-то по воле богов. Через тысячу слов, через тысячу снов, через тысячу снов покажу я рассвет, станет явью мечта. Через тысячу снов на одной из планет, что сейчас никому не видна, замок выстроим до облаков, что рождает туман изумрудных полей. Через тысячу снов, через тысячу дней, через тысячу дней, тех, что спят на ходу, идут как года. Через тысячу дней я к тебе подойду и останусь с тобой навсегда. Лишь один остается вопрос, и ответ на него мне найти все трудней. Как суметь мне прожить эту тысячу дней, тысячу снов, тысячу слов, тысячу. Спасибо. Ну и тихонечко подходя к завершению своего выхода, продолжу, наверное, тему лирики. Ох, ладно, спою одну песенку. Я ее редко пою, поэтому буду вспоминать по ходу дела. Тоже песня из мюзикла, там персонажей много, в частности, сеньор Помидор. Вот ария сеньора Помидора. Ну, тут все свои, никто не поступит как персонаж под названием Хурма. Итак, песенка сеньора Помидора. Интересно, в чем она играется. Отсюда вдалеке я как-то был рожден. На черноземье сорняком я рос в полыне.
И по рождению обычный был послен, обычный и вульгарный, если по латыни. Но мне в какой-то миг прозрение пришло, ведь сорнякам по жизни все же нет почета. Придется, значит, все же некую работу мне выполнять при ронной ленности назло. И начал жадно по кускам и целиком, сначала все подряд, а после по науке себе присваивать рожденный сорняком все, что выносили в эту землю чьи-то руки. О чем наедине хочу себе сказать, окину взглядом огород от сель до края. Какое хлопотное дело воровать, какая все же конкуренция большая. Какое хлопотное дело воровать, благопристойно, чтобы выглядело действо, все наши глупости и мелкие злодейства словами правильными надо оформлять. И обрекая в словеса свои труды, лимоном принцем был замечен и не вором, а наречен для всех сеньором помидором. На огороде стал на долгие годы и танец овощей. Пар-па-па-пар-па-пам, пар-па-пам-пам, пар-па-пам, 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 пар-па-пара-пара-пам-пам. Я все краснее и внушительнее стать, чем больше я присвою, тем я больше в силе. И наша партия единая просили ее сегодня целиком не называть. Спасибо. И в заключение, последняя, да, последняя завершающая песенка. Ну, про воровство зашло, лирика была, про воровство поговорили. Вот я соединил лирическую песню, все в одну песню. Лирическая песня под названием «Воровство». Кружа в извечном хороводе приобретений и потерь, она к нему в ночи приходит и тихо отворяет дверь, не замечая дней и недели, не представляя, что потом среди декабрьской метели она сбегает в этот дом, условностей не замечая, с бокалом красного вина, сюжетом мысленно играя, стоит, прищурясь у окна. После в суете мелодий, а после в суете мелодий, как чьей-то воле торжество, за этой дверью происходит чужого счастья воровство. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Вот так сцена Барт-радио начала свою работу благодаря тому, что наконец-то нам дали электричество. Расписание сцены будет немножко меняться. Мы обязательно его отразим в прекрасном приложении «Энтропия», в котором можно следить за расписанием всех сцен фестиваля «Платформа». Сейчас будет немного изменений, но открытый микрофон, если ничего больше не будет с электричеством, так и будет происходить.
как и рассчитано, начало 18 часов. До 18 будут изменения, и потом вечером тоже небольшие сдвижки будут. Итак, мы рады приветствовать вас. Мы рады приветствовать фестиваль «Платформа». Сцена «Бартрадио» впервые здесь, и все будет хорошо. Все только начинается. Для нас выступал Вячеслав Бушуев. Давайте ему поаплодируем за то, что у нас есть возможность не только слышать его прекрасные выступления, но еще и работать на этой прекрасной аппаратуре, большую часть которой, да, Вячеслав привез для работы нашей сцены. Сцена «Бартрадио» на фестивале «Платформа».